собирается потихоньку. У нас будет сегодня зачетное видео. Хаммер на МАДах. Будет зачетное видео сегодня? Хаммер на МАДах. Да я уже. И, наверное, мы вот этих пацанов возьмем. Где? А это мой клуб. Клуб мой фанов. Да, фан-клуб. Да что я с вами с неудачниками связался? Пойду с нормальными пацанами. В SkyMall поедем, оттусуемся. Хлопцы, едем, камера первого пускаем. Много говорит. Он говорит, Нива не едет, а Хаммер говорит, вот это да. Я такое не сказал. В размере, как моя Нива? Приблизительно, да. Представляешь, ты сидишь в бензобаке, в резиновых сапогах с рулем. Не, ну, честно говоря, ну, я много о чужих машинах говорю плохо, да. Ну, в Хаммере ни разу не сидел даже, блин. Вовчику сегодня повезло. Еще отсидишь, Валерка. Все, Валера, давай поменяемся. Едем, поехали. Меняемся? Блин, я счастлив, друзья. А мы не похуй. Где мой техпаспорт? Мы не похуй, меняйтесь. Что хочу сказать. Вот это было болото. Где я тонул раза 3-4. Сколько здесь было поломок. А реально даже паркетники ездят он. Леша, блин, на паркетнике здесь. Раньше себе позволить. Да даже не мог доехать сюда. Там лучше! Я говорю, там лучше, там хоть что-то есть, какое-то препятствие, может быть. Да мы ж хоть застрянете, мы вас вытащим. Мы ж на полшишечки. Ух ты. Смотрю, у вас все-таки едет хорошая, конечно, машина. Конечно. Пашка сегодня сам, без штурмана. Но у него есть камера на лебедке. Размыкатель есть. Так, а ты что, думаешь, застрянешь? Я назад, я только. А то херня, блин. Вот это вот мы приехали порубиться по бездорожью, блин, конкретно, блин. УАЗики рубятся вовсю. Камера чкует. Говорил ему, меняемся на Ниву, блин. Красава! Мне кажется, правда, Пашка соврал, что у Хаммера вес бака приравнивается к весу Нивы. Сейчас проверим. Не ожидал, не ожидал. Я думал, там еще между деревьями застрянешь. Куда едем? Дальше? Да, сейчас дальше поедем. Надо вброд ехать. Здесь было такое болото. Блин, мы уже 3 часа вас ищем. Где вы были, я не знаю. Решил сократить путь домой. А что, силы уже покидают копать, не? Не, уже нормально. За сутки? А, вы сутки уже сидите? Да, уже сутки. Валера, так что мы отдыхаем. Ночевали-то дома. А мы так с поворота выезжаем, смотрю, микроавтобус туда. Нифига себе. Похоже, кто-то обрадовался нашему появлению. Быстрее домой, хотел, да? Домой, так мы так 3 раза делали, или 4. А же. Меня кинуло вот там вот на мокрой траве, вчера мокро было, кинуло, и задние колеса упали в колею, и все. Большой привет. Там, о, там так вы меня тоже. Стоит.
Да рада, рассказываете мне, блин. Ехали с девушками, решили такое. Типа сейчас застрянем. А, сам? Экстремал, экстремал. Так, а что ты делаешь? Снимай домкрат. Да по барабану, снимай домкрат, да всплывай, блин. Ну сейчас вытащи, ну. Не надо. У нас с собой трактор есть. Ты думаешь, что мы просто ездим так? Я хочу чуть-чуть под колеса, чтобы хоть трохи. Да не надо, блин. Ну сейчас аккуратненько. Бампер. Бампер не в земле, нет. Все, аккуратненько сейчас выдернем. Лучше лебедка, чем кроссовок. Паша может и без лебедки. Я тоже могу подтолкнуть. Да, ты можешь, знаешь, только это повиснуть на нем, блин, подергаться, блин. Получается. То есть вчера не рискнули. Я, если так застрял, я в дома не пошел начать. Я бы машину не бросил. Валера, спасай! Я бы, не, я такое. Машина напоминает по грибы и зайцев. Вот эта вот операция. А что, смотрели, да, по грибы и зайцы? Я смотрел. Человек года! Выходи! А кто здесь еще? Ну как? Кто? Да ты случайно попал, я тебе говорю, блин. Ну статуэтку там вдвоем держали. Да, блин. Сравнение. Бусфорд и Хаммер H2. Сможет ли он здесь проехать? Или все-таки... Я думаю, сейчас еще бумер тут станет и вообще будет отлично. О, вот это у вас, вот эта машина. Ну, думаешь, я застряну? А мы сейчас посмотрим, что вы думаете. Да ну! Да ну, да ладно, лазить стал, не верю. Не верю. Не верю. Красава! Пацаны так, видишь, тоже думали, что смогут, сутки просидели. Ну, я им дорогу утром беру. Сейчас мы деф засадим, блин. Не, ну что, есть еще болотца пуще. Платил, какой хлевач. Слышишь, заводи свою колымагу. Где он есть? Да где-то, блин. Так, здесь где-то... А. Не снимаю, здесь это противогонки, все, я в сторону снимаю. Все блокировки. Да, я понял. Стекло подними. Ну, хочу сказать, чуть-чуть больше места, чем в Ниве. Стекло закрыть, Стас. Хорошо. Так, все, в Евросоюз едем. Зачем нам это болото? Слышишь, и не надо гонять, просто спокойнее еди. Хорошо. Если... Все-таки Хаммер разрабатывался для пущи немножко. Да. И вправо. Там пенек, чтобы. Смотри, два пенька. Не-не-не, аккуратней. И вон еще последний пенек. Он, ну, такой небольшой. Видим. Так. Ну да, так. На Хаммере можно с девочками, блин, по болоту. Они бы уже пищали, блин. У вас только это пахучка в салоне какая-то неправильная. Такая с запахом каким-то таким. Так шиш там пугается, блин, когда едет. А, напугал? Напугал. А, здесь направо можно было взять, там хорошая дорога, бля. Для Хаммера специально. Тихо. Бывает такое. Так, только вперед, руль вправо чуть-чуть. Руль правее, ровно руль. Все, вот, не, это вправо сильно. Я же говорил, что кнопка минус 100 помогает. Он учится. Это, если вышел. Не, это уже все, это уже без вариантов. Все, поехали домой. Я тебе говорю, Евросоюз, блин, накопали здесь, украинцы ездить не могут. Так еще, блин, видишь, начинают обсрать, блин. Уже мойку хоть оплатят. Сейчас как вылетит камень и все стекла повыбивает.
поверхность болота, раз. Красава, смотри. Как джипарь, блин, а? Рубится, блин. Покажи. Покажи. Спускайте колеса. Серьезно. Хорош. Валера сказал договорить. Руль правее чуть-чуть. Право руль. Право. Вот так, да, отлично. А если подтолкнем, то поедет. Еще руль право. И газ в пол. Не, ну. Нормально? Я смотрю, что с тормозами здесь беда, совсем беда, блин. Бля! Крутнешь рулем и все, никто никуда не едет. Паша не хает. Еле на жиру. Дэн, а ты уверен, что твоя машина не заразится от этой машины? Вирус, да, пойдет, бля, по сети. Через трос или через провода? Пацаны локальную сеть настраивают, блин. Сейчас что-то будет. Так, расходите все. Мне что здесь? У вас субиди протокол или какой-нибудь? Не, ну мы можем уехать, потом вы будете нас набирать. Мы тоже уедем. Я бы не был так уверен. Подожди. Это же УАЗик. О, да. Виктория, он и там сядет. Он на меня обозлился, сука. Поехали! Как раз попадешь в Валеру. Давай, да! Руль вообще не крути, вообще! Там пенек, на котором я застрял. Нет, должен вернуться. Он хочет испугать. Но я хочу заметить, что если он будет сюда ехать, текайте. Потому что, блин, я смотрю, что... Краев не наблюдает.
чуть-чуть. Пол шишечки, как Стас говорит. Все, хорош, закапывайся, опускайся. Пенек, а это хаммер, мы сейчас посмотрим, что сильнее, хаммер или пенек? Американский хаммер или украинский пенек? Хаммер ВС. Так хаммер это уже Китай. Стамбул, Франция. Колесом пусть наезжают. Было бы у меня 10 штук зелени, я бы хаммер себе не купил. Еще чуть назад. Не, назад. Назад, назад. И вот так больше сюда. Хорош. Сюда, да. Такие кадры просрали. И прямо, и направо. Ради того, чего вы меня не пропускали? Вы думали, я туда не проеду? Не, мы знали, что ты проедешь, мы думали, хаммер не проедет. Что, едет? Не знаю, пока да. Я смотрю, руль правильно крутит. Куда правильно? Если бы он прямо его держал. Не, так я думаю, может он туда поедет. В этом? Ну, чтоб кино было, а то что это? Не, если на бок ляжет, то вообще... Дергай, больной зуб! Этот деф сегодня таскают все. А ты видел, что у тебя херня какая-то сзади привязалась, блин, там? Да? Зацепил где-то случайно. Вот хуйня, блин. Я только еще не едем, якорь сзади, да? А что, она без якоря едет? А что он туда полез? Сразу по... Ну, что здесь по своим. Нет, тут выкопали яму, а хаммер как? А хаммер где? А меня не допустили даже. А, вот так. Да не, он же здесь не проедет. Он здесь не проедет. Да не, ну, здесь надо опыт, блин, прокладку нормальную. Во! У нас было какое-то соревнование, что мы с горки лебедку применяли, блин. Я не помню, Амиго или что-то такое, блин. Замес, по-моему, был, блин. Закопаешься? Заехал.
Причем там такая ступенька сантиметров 40 наверху, вот этот обрыв такой, блин. Не, я по свежему левее поеду. Подождите, я всем должен 100 гривен или как? Подождите, а эти шаровики хоть кто-то... Ты зарплату получил! Кто-то ставку поставил? Мы приняли твою! Слышу звуки! На меня надвигается последняя мать. Первый пошел, второй пошел! Надо ему объяснить, что мы еще в Афганистан не попали. Как бы знаешь, сейчас давай. Больше разгон бери! Разгон больше! Да он убирает. Да похрен, блин. Без разгона кино не будет. Больше! Да! Грузчик, ёпта! Я говорю, рыбник! Трамбует, укатывает! Понимаешь, человек, который неделю назад был стоматологом, а сейчас лесами занимается, блин, хрен его знает, что можно от него ожидать. Это же неспроста. Уже рядом. Шига сегодня, блин, просто в ударе, блин. Кого привезли? Нет. А? Валера не молчит, скажи. Иду пистоленько задавит нахуй. Блин, ты опять мне говоришь, что надо делать, блин? Когда ты стоишь, он выезжает. Я сегодня пилот, блин, я знаю, что делать. Да, с номером, конечно, что-то у него. Блин, вот смотрю я на эту машину, блин. И вспоминаю Роми, Роби. Они меня возле костра говорят, вот был у нас Дэв, он так ехал. Рома, хреновую машину построил. Опа! Это человек, который... Вовчик, ты просто привык на хороших машинах ездить, типа как Нива, бомба. Ну. Но... это вот для меня не вдомек. Ну блин, просрал, блин.
понял, слышь, он неправильную траекторию тогда брал. А сейчас, видишь, выбрал правильную траекторию. Вправо, влево, там зацепиться. Перепахал всю дорогу, блядь. Ну вот с камерой, конечно, сейчас будет интересно. Блин, ну то есть, ну вот не понимаю я. Чего? Сейчас что-то будет. Гелик здесь ездил когда-то. То есть, вообще не понимаю, что деф короткий на сильверах здесь сделал. Что он делал? Объясните, как? Сушить нас будет. Камеры у вас созданы друг для друга. Это видео. Сравниваем у вас и Хаммер. Вот сравнили, блин. Но как сказать? Мы не видели, может, Хаммер тебя подтолкнул. Тридцать пятый и не едут на вояках. Охренеть. Хорошо, что я сюда своей не поехал. А то проехал бы вам и испортил настроение. А когда покупал машину, тебе говорили, что она не ездит по болотам? Она ездит по болотам, только не говори, что паркуют вазики по воде. Ну вот так, видишь, УАЗики нам достались по наследству. Вот теперь ездим и мучаемся с ними. Парковался, все. Пришло тоже тормозить. И это 35-е колеса, блин. Не, у тебя 30, у этого 35-й, да. Так у него порталы еще стоят. Не, мешки нормальные. Грязи много. Так он не по моей колее пошел.